Здравствуйте, дорогие друзья! Полина снова с вами, и сегодня я бы хотела поговорить с вами об особом шведском звуке, который звучит как «ы». И обычно на письме он отображается вот такой гласной буквой «ы». Как же его произнести правильно? Для этого нужно совершить несколько последовательных действий. Во-первых, нужно вытянуть немножечко губы. При этом они не должны слишком далеко быть, это не как наш русский «у». Они прилегают к зубам, насколько возможно, но не прямо к ним, но очень близко от них. А вот щеки и кожа вокруг губ, они действительно прямо очень близко к зубам. Вот так вот. При этом кончик языка нужно упереть под нижними зубами. Тогда у вас получится такой вполне себе приличный звук «ы», как, например, в слове «hör», «как». Я уверена, что с тренировкой у вас очень хорошо получится произнести этот шведский звук «ы». Желаю удачи и «хей-дор»!